Министерство сельского хозяйства Чувашии продолжает отбор проектов инициативного бюджетирования на следующий год. Итоги будут подведены уже в декабре. Эта программа в республике становится все более востребованной. Только в этом году в муниципалитетах региона будет реализовано свыше 600 проектов. Объем финансирования вырос в 6 раз. На каждый рубль, вложенный жителями, 4 направляют из бюджета региона. Чаще всего поступают заявки на благоустройство дворов и ремонт объектов коммунального хозяйства. Практическая реализация данного механизма показала, что этот перечень не должен быть закрытым. Он должен подстраиваться под запросы заявки наших сельчан. Так, в текущем году по просьбам муниципальных районов были добавлены проекты по обустройству противопожарных водоемов, а также по их очистке. По обращениям граждан в этом же году было отменено ограничение, что на конкурсный отбор от одного поселения может подаваться только одна заявка. Теперь ограничений по количеству проектов нет, существуют ограничения по суммарной стоимости проектов не более 5 миллионов рублей. Кроме того, мы планируем до проведения конкурсного отбора на 2020 год предварительно согласовать конкурсные заявки с отраслевыми министерствами по курируемым направлениям. Ежегодно в целях повышения эффективности реализации инициативного бюджетирования конкурсный отбор на очередной финансовый год проводится в декабре предыдущего года. Это позволяет муниципальным районам проводить аукционы по отбору подрядчиков уже в январе-феврале. Когда люди сами вкладывают за счет своего семейного бюджета, предприниматели вкладывают, отдельные предприниматели там миллионы даже вкладывают, их надо, как бы сказать, демонстрировать, показывать. Также глава Чувашии поручил сформировать единый реестр типовых проектов и опубликовать его на официальном портале органов власти.